Всем привет, всем привет. Поговорю о неэффективности складской деятельности в России по сравнению с Европой, с той же, да. Вот если приезжаешь ко времени в Европе, у тебя есть время стоит, там фикс тот же, там, да, там, тебя обычно выгружают. Быстренько регистрируешься, тен-ден-ден. Все, минимум, можно сказать, минимум движений делаешь, и все, заехал, тебе сказали рампу. Загружаешься, загружаешься. Здесь же как в России? У меня было время, 0-0 часов выгрузка. Вот я приехал в Уткино заводе. Я приехал за полчаса, 23:30, даже пораньше приехал специально. Пошел на охрану. Охрана вам выдает визитор, короче, визитор, да, там, ну, такой, пластиковую карточку визитор. Сначала надо было позвонить. Сначала звонишь в РУС. Сначала надо было позвонить им сюда, на ТРЦ, на распределительный центр. Позвонить их там, этой тетеньке, диспетчерше, сказать, что я прибыл, фамилия, там, время какое надо, выгрузки. Зачем спросил время, когда у вас выгрузки? Если все равно выгружают в рандомном порядке. Значит, дальше. Так, она мне, ну, я ей позвонил. 2 минуты проходит, я иду к охраннику, он смотрит в компьютер, там есть я, заявка на меня есть. Это только на меня заявка. Значит, все, он мне говорит, иди там, 7-й подъезд, показал куда, ну, там на схемке нарисовано. Куда идти, понятно, там дурак куда, потому что фотографии рядышком. Вот, иду туда. Говорю, что я приехал, ну, беру с собой, конечно, документы все эти, на груз, ТТН, транспортные накладные. Значит, беру документы на груз. Все, говорит, идете в машину, ждете звонка. Все, пошел, отдал эту карточку визитеру охраннику. Дальше какая система? Охранник объяснил, что сначала, перед тем, как они, ну, мне позвонили мне, что типа заезжай, я опять иду на охрану. Опять охрану, он мне выписывает уже, как бы, дают такую бумагу на лобовое стекло, не бумагу, а этот, ну, заламинированный листок с номером. Под лобовуху кладешь, заезжаешь. То есть вот движение туда-сюда ходить, сначала походить, сначала нужно размяться, получается, чтобы заехать. Ладно, заехал. Ворота мне сказали по телефону, позвонили. Так вот, какой тайминг-то получается? Так коротко скажем про тайминг. Вот 0-0 часов у меня выгрузка. Позвонил мне робот на заезд в 1:23. В 1:23. В 3:38 меня выгрузили. В 3:38 выгружает. Звонишь, ждешь этого опять робота, этого ихнего робота, чтобы позвонил, ты сказал, что идти с документами. Но робот не позвонил, позвонила мне опять эта тетка. Говорит, а что робот вам не звонил? Я говорю, нет. Значит, робот сломался. Робот сломался. Позвонила она мне, говорит, забирай документы. В 4:20 я забрал. То есть вся ночь я выгружал груз. Там я хрень, вся ночь. То есть вот по графику в 0-0 часов должен выгрузиться. По факту в 4:20 я забрал документы после выгрузки. Все, я как бы свободен. 4:20. То есть всю ночь вот я потерял просто. Но если по европейским нормам, у меня уже рабочий день закончился. То есть я должен был где-то спать, и все. Я бы или под рампой стоять, спать. То есть девятку начать крутить. Ну, в России на тахо пофигу. Выехал за ворота, и все, ты свободен. Вот так, ну, очень неэффективно, очень долго все это. И так на каждом вот складе, на каждом этом РЦ или еще где-нибудь. То есть ждешь, ждешь, ждешь. Ужасная работа, конечно, здесь. Очень. Мне нравится.